сегодня мы в Учкуевке, и что-то мне подсказывает, что этот сезон в Крыму будет самый-самый лучший за многие годы. А почему, я вам сейчас покажу. Не было еще начала сезона, официально он еще не открыт. Еще с других регионов вроде бы как нельзя ехать. Но что творится на берегу, вы сейчас увидите. Кто бы что ни говорил, а теплый воздух, теплая вода и теплый песок все равно делают свое дело, и курортный сезон фактически наступил. Посмотрите, сколько людей на пляже. Замечательная погода, замечательное настроение, и это все правильно, потому что морской отдых укрепляет иммунную систему, дает хорошее настроение, бодрый заряд на целый год. И мы, конечно же, тоже приехали посмотреть, что происходит. Заехали по дороге домой из Севастополя. Сегодня 21 июня, в воскресенье, вечер. Здесь замечательный пляж. Хоть мы и любим более пустынные пляжи, но надо отдать должное. А также и парк. Открывается берег с большим количеством людей. Машину негде поставить, просто чтобы припарковаться, мы долго кружили и ждали, пока здесь кто-то выйдет. Мы крымские, в Севастополь мы заехали без каких-либо проблем, нам замерили температуру и пожелали удачи. А те, кто приезжает с регионов России, тем также замеряют температуру, но, возможно, кого-то попросят заполнить какие-то анкетки. В принципе, никого назад не возвращают, стояли большую очередь на въезде в Севастополь. И ни одной машины назад не вернули, сколько мы стояли. Хотя номера были абсолютно разные. Сейчас мы пройдем, посмотрим, в каком состоянии парк. Замечательная атмосфера. Работают кафешки. Работают все развлечения. В общем, полюбуйтесь сами. Уже работает столовая. Не открылось буквально несколько кафе, и то там ведутся ремонтные работы. Видимо, они рассчитывали на то, что сезон начнется позже. Те, кто оказался попредприимчивее, уже не прогадали и открылись. Людей хватает. Все развлечения не простаивают. Типа бананов там постоянно в море катают людей. В общем-то, сувенирные лавки, рыночек работает. Овощи, конечно, здесь по сравнению, допустим, с Северным Крымом в два раза дороже. Работают души, омыватели для ног. Есть остановка прямо на набережной. Можно на автобусе доехать до Севастополя. Выходишь с набережной, сразу же вход в парк. Тут же туалеты. И вот этот замечательный, абсолютно обновленный парк. Один из самых лучших парков Севастополя. Для детей, я бы сказала, наверное, это самый лучший парк. С массой-массой развлечений. Очень много тени, зелени. Свежий воздух, тень, морской воздух. Это просто прелесть. Вот так вот все это выглядит, друзья. Спокойно можно уже ехать в Севастополь и отдыхать. Людей на набережной становится все больше и больше. Вечерок. Но на пляже их намного меньше не становится.
Атмосфера в парке просто бомба. Столько людей, столько детей. Вечерок, прохладный ветерочек, море, вид моря и такая детская площадка. Здесь очень много различных детских локаций. Мы сегодня всей семьей тут. И даже наш котенок. Тишка. Он там. Любимое развлечение моего младшего сына – это веревочный парк. Здесь очень много подобных площадок. Конечно, для детей это огромная радость, потому что они как обезьянки, им лишь бы где-то полазить, а тут такие прям возможности. Вообще, конечно, радует, что парков по Крыму становится все больше и больше, и для детей уделяется много внимания. Много средств выделяется на восстановление парков. Поэтому жить становится вроде как и веселее. А мы едем домой с таким замечательным закатом, ровной дорогой и хорошим настроением. И совсем скоро мы поедем в село Стерегущее отдыхать в наш домик на море. Там уже людей поменьше. И к дому поближе. Поэтому до новых встреч!